Валя, скільки у нас людей? 13, чи то додавилося, то вже більше в нас. Небагато, небагато. Де привик? Де привик, там і добре. Все, я в город тепер, ні, на що він мені? Ну, тут нам добре жити. Живемо, привикли, нам добре. А чому сюди переїхали? До чоловіка? Ну, до чого? Познайомилися, а де познайомилися з чоловіком? Ну, то ж ми тут, на місці всі живемо разом. Через ліс моя хата була 2 кілометри. А як познайомилися з чоловіком? Розказуйте. То вже пройшло, такого не треба. Пенсія мала, жити треба, виживати треба. Порося є, кури є. Ну, не корова, але ж тілочка є. Розтягаємо ту пенсію, так тягнеш, хватає, не хватає. Десь позичиш. До нас мало хто приїжджає, не начальство, ніхто. Я знаю, тепер кожен за себе дбає. Тоді було в кожній хаті багато людей, а тепер уже ж нема, вже порожньо. Серце у нього больне, не просто больне серце. Йому треба спокійствие. Спокойствие, воздух. Все, здесь нету ни заводов, ни машин, ничего нет. Тишина и людей нет. Очень замечательно. Летом здесь очень много людей. Ну, люди едут ягоды собирать там в лес в основном. Все. А вы чем тут занимаетесь? Я домогосподарство. А что у вас есть? Коза есть, утки есть, курки есть. Пока так. А, и город? І город вон. Большой город. Що ти, лізунчик? Вот у нас ліска є. Маленькая. Годик їй только. Надо спочатку построїтися, а потім вже все остальное. То ви тут надовго? Ну, да. По-бідному, я... Ну, якось дивитися, ми одразу помітили, що у вас гарна хата, так гарно пофарбована, все красиво. У нас інтернет є, все, ми скважину собі зробили. Просто що це, ну, треба робити все. Вода не гаража, вода щось. А ну, серйозно? Це вже і гаража вода є. А ванну, душ як приймати? Будемо робити. Будемо робити. Будь 80. Вам 80 років. 80. То ви тут з самого дитинства проживаєте? Ні, я тут переселенці, Силовайська, з Донецької області. Донецька область, Солонська. Домой хочу, так хочу. Во-первых, никакой нету помощи переселенцам вообще. Работы здесь вообще не найдешь. Мы живем вот этой вот гадости, платим 300 гривен, на конце географии. По хлебу идти 3 километра. Бабушке пенсию не дают. Не дают. Вообще отменили пенсию. Вот она уже год не получает пенсию. Это, чтобы дрова выписать, это такие проблемы, это ужасные проблемы. 14-15 год пережили в Иловайске войну. Мы приехали сюда, здесь у меня дочка жила, и свекруха, нас сюда забрали. Хоть бы работа была, понимаете, хоть какая-то помощь была. Я красила колеса на их вагоны, депо, трафареты делала. У меня сейчас пришла, в этом году пришла благодарность, и 25 гривен дали в Иловайске мне. Тут даже никто не проверил, хлеба никто из соседей не даст. Тут 5 хат, подойдешь кому-нибудь супа попросить, и того никто не даст. Тут, ну, сами по себе не знать не хотят никого. Из-за того трудно. Супа давала женщина, вот в том крайней хате. Супа дать, и то я стала падала на колени. Ой, спасибо, ой, спасибо, ой, спасибо, что хоть супа дали мне. Такая жизнь, что я пешком до Донбасса дошла. Клянусь вам Господа, Богом. Наталья, не бойтесь сюда. Вон, який у вас котик гарний. Там потом осталось, хотелось пока что вернуться в город Иловайск. А что до возвращаться, там нету ни железной дороги, ни шахт, все разбомбили. Приедут те ДНРовцы, кинут как собакам там куски хлеба.
Воды вообще нигде не набирала. Видали, как людей разрывала и как детвору разрывала. А тут никакой ни помощи, ничего. Знаете, сейчас коронавирус, да? Вот нас соседка говорит, что 1000 гривен там отдавали, что-то давали. Да нас забыли вообще. Вообще не обращались, а там нужно собирать документы, а та же всей Дубровой себе вообще такую песню запела. Говорит, а кто вас вообще сюда звал? Мы приехали, потому что там война была, нас забрали оттуда. У нас полдома разгромило, нас летнюю кухню разгромило, там никто ничего не восстанавливает. А так как мой сейчас сын пошел за национальную гвардию, мне там просто меня там и разорвут. Да, у меня туда дорога вообще теперь закрытая. Один раз приехала машина, один раз в месяц. Привезли макароны там туда. Кому вы привозите макарон? Да возьмите вы хлеба, загрузите хлеб. Здесь лучше старушки хлеб будут покупать, чем идти им по 3 километра туда и назад. Пока не дойдешь до Порожницы, просто не захочется уже ни хлеба, ничего уже не хочется. Все життя вишиваю. Все життя вишиваю. А як ви гадуєте орнамент? А я малюнки шукаю. Скільки вже вишили рушники всього? А що вишиваєте? Скільки продала, то невідомо, а що ти що вдома? Доска. Дуже гарно. Доска тертинка. Така маленька, на журнальний столик. По всіх селах є мої роботи, вишивки. Ну, є хрестом, є гладдю, але не знаю, що зараз. Ось такий ще рушничок гарний. Ось така затяжечка. Ага. Опа. Бачите. І скільки часу у вас йде на пошиття одного такого рушника? Я коли? Я хочу дому за тиждень, як захочу, ночами сижу. Ще такі. Це ось як розрада така, так? Так. Як не стало діда, то я вже все. Ще покажу вам такі іконки. Ух ти. Так, права сторона. Спаситель. Так, отак. Бачите, це бісером. Ага. У нас тепер янтар у моді, але я такі вишиваю. І скільки часу пішло на такі ікони? Ну, ціла зима.